За последние 20 лет мы наблюдаем тенденцию по высадке деревьев лишь на общественных началах. Инициаторами все больше и больше становится молодежь. Большинство субботников с радостью поддерживаются, и это не может не мотивировать еще больше. На самом деле этого очень и очень мало, ведь необходимо некое начало. Посадить дерево – не такой уж большой и трудоемкий процесс. Имея опыт проведения субботника в Старобазарном сквере, где за час мы высадили 105 деревьев, могу сказать, что желающих присоединиться к данной акции было гораздо больше, чем самих деревьев. Спустя час люди все еще с горящими глазами подходили, спрашивали, интересовались, где можно посадить дерево, а саженцев уже не было. Этой осенью, благодаря Аднану Кивану, каждый житель города Одессы сможет присоединиться к акции по высадке деревьев и сделать наш город прекрасней.